Вы знаете, на месте членов жюри я не желал бы Артему ни пуха, ни пера, ведь наш маг ответит к черту, и неизвестно, где мы можем оказаться. Лично я не хочу в мытище. Итак, выступление Артема Магнитского прямо сейчас. Сцена твоя, старик. 2025 год. Кастинг-шоу «Удиви меня». Роликов показывать. Но 100 лет же одно и то же. Давайте кого-нибудь посовременнее посмотрим. Следующий. Это круто.